Решили сегодня прийти к посольству с вот данной акцией, поскольку знаем, что завтра в Франции будет суд, и где будет решаться вопрос об экстрадиции или же освобождении, или дальнейшее содержание под стражей. Мы требуем, во-первых, его освобождения, и ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не выдавать тем странам, бывшим советским республикам, поскольку знаем, какими последствиями это чревато. Мы хотим обратиться к французскому руководству, к французской общественности, что в случае, если действительно такое произойдет, и он будет выдан, то следующая информация, которую они прочитают об этом человеке, это будет некролог, и больше ничего. Не, стойте, она сейчас. Да. Масса бүгінде. Қалай, егер де мысалы Нұратанды қолдаса, бәрі ура. Жазылды, жазылды. Сіз мен. Неге жібермейтін? Передать телефон.